Вкуснятина. Еще одну. Раньше, говорят, к царскому столу подавалась сосненская селедка. Царю возили оттуда, обозы шли. Так, всем доброй ночи. Рубрика опять «Ночной жор». Да. Сегодня утрешняя. Тугунок. Вот такой вот. Хороший, вкусный, жирный. Знаете, хороший, жирный тут. Ага. Я ее подсаливаю. Подсаливаю. Чуть-чуть лаврушки покрошу. Лаврушечки вот так вот. Чесночку мелко-мелко-мелко. И все, она там это как бы солится. И слегка поливаю маслом растительным. И вот так вот она вот мне больше нравится. Чуть-чуть с маслом, соли. Такая слабосолененькая. Ну, нормально. Можно сюда еще укропчика там покрошить. Тоже такая. Ну, сильно переправу тоже лишка не надо. Ну, лаврушка и чесночок. Все, больше ничего не надо. Лук не надо. И вот такая вот она вот мне больше нравится. Вкусная. Но. Ага. Ну и огурчики обязательно, помидорчики, в прикусочку вообще хорошо заходят. Ага. Я опять одну пробу снял, солил аккурат. Время 12:30 ночи, ну, как обычно у меня, посреди ночи просыпаюсь. Червячка заморить. Что-то охота такого сыроеденного. Угу. Такая вот селёдочка. Тугунок. На вид. Вот такой вот тугунок. Нынче жирная, хорошая. Прошлый год какая-то худенькая была, а ничего, хорошо нагулялась она, жирная, вкусная. Свежая, тогда она вкуснее. Мне что-то как-то она не заходит, не знаю, тут на любителя. Кто-то с ума по ней сходит, кто-то что-то как-то. Я пробовал, всяко разно солил, но всякими этими способами. И с луком делал, мариновал, там, и всякими там этими, без ничего, ну без ничего как-то это. И свежемороженую, знаешь, самый нормальный вариант, это подсоленая, слабосоленая лаврушка, чесночок, и заливаешь маслом растительным ее. Слегка подливаешь, ну не полностью так закрываешь, и она так долго хранится. Можно даже не замораживать. Ну это не замораживать нежелательно, просто раз ее в холодильнике, она так в масле. Если на долгое хранение маслом заливаешь полностью, и она так и хранится долго, без заморозки. Остаешь, она всегда вкусная, свежая. И с маслом намного вкуснее. Ловлю на удочку. На маленькую-маленькую мормышечку. В час по рыбке, по две, по три, по пять. Когда по 10. Как-то так. Ну ладно. Спокойной ночи всем.